Против кого дружите, задаются вопросом и рядовые граждане, которым приходится наблюдать за циничной игрой политиков, готовых плясать на могилах соотечественников, оказавшихся на грани выживания. Всем известно, что когда паны дерутся, у холопов чубы трещат. Но сейчас на кону жизни людей, оказавшихся в действительно сложной ситуации. Да и в чем разница между кредитами, которые оптом и в розницу выпрашивала нынешняя оппозиция, когда была у власти, и которые так никто и не понял, куда делись, и этим займом, который должен был пойти на выплату зарплаты, социальных пособий, на поддержку врачей, народ не понимает. А почему моя Санду и вот эта вся остальная компания за европейские кредиты и американские? Вы мне ответьте на вопрос. Pentru cetățeni, pentru oameni, pentru lei, pentru pensii. Eu cred că numai de atâta, că când ei erau doar, tot luau кредиты, tot făceau. Tot am un curcă la alții, nu le dă voie să lucrez. Să arăte că aici au lucrat, nu s-au făcut față. Потому что воровать не смогут, если положат в коммерческие банки. Я так думаю. Они хотят, чтобы все было в их руках, а это у них не очень-то получается. Потому что, ну, я не знаю. Ой, просто завидуют, мне кажется, России. И больше ничего. Пробавилка. Ну, пряжба от капу, ди саларишь, ди проектишь, ди вяза ностр. Ну, так хорошо, что помогли все-таки, как-никак. Пошли навстречу, Путин пошел навстречу. Значит, хорошо все. Значит, ну и так выживем потихоньку. Канду в свою сторону тянут, Майю в другую сторону. Ну, они еще не любят эту власть.